Как же получить IDPS вашей PlayStation 3? Если консоль прошита, то тут все просто. Заходите в Multiman, открываете информацию о системе, и вот два одинаковых числа внизу, это и есть ваш IDPS. Переписывайте любое из них. Для ODE есть специальная программа по считыванию IDPS. Но что делать владельцам консолей на официальной прошивке? Прежде всего отключите на компьютере Firewall. По-русски его перевели как бренд Brand Brandmauer. Одного этого слова достаточно, чтобы больше никогда не юзать русские интерфейсы. Теперь узнайте IP вашей консоли. Проще всего посмотреть его в свойствах системы. Теперь убеждаемся, что наш комп и приставка в одной сети. У меня комп и приставка подключены по Wi-Fi к одному и тому же роутеру. Трассируем маршрут в трассировке всего одна запись. Теперь запускаем на компьютере программу IDPS Stealer. Я предлагаю использовать версию с графическим интерфейсом. Имейте в виду, что запускать ее надо от администратора. Нажимаем в ней красную кнопку, она откроет еще одно окошко, где запущен тот самый изначальный IDPS Stealer для командной строки, а также укажет IP-адрес и порт, к которому нужно подключаться. Теперь на консоли переходим в настройки сети. Здесь выбираем специальные настройки и ваш тип подключения, в моем случае беспроводное. Дальше крутим кнопку вправо, пока не дойдем до настроек прокси сервера. Выбираем «Использовать» и на следующем экране в пустой строке адреса задаем тот самый адрес, который нам показала программа. Порт, как правило, уже и так стоит верный. Сохраняем. Сохраняем все настройки. Проверяем соединение. Тест должен быть пройден успешно. Теперь идем в основное меню, почти в самый конец, где PlayStation Network. Там выбираем пункт «Что нового». Если вы ни разу не были в PSN, то у вас спросят страну и возраст. После этого откроется список новинок PSN, а на компьютере в папке с IDPS Stealer появится файлик IDPS Bin. Если открыть его в 16-ричном хекс-редакторе, то там будет то самое число, которое я показывал в Multiman. Это и есть ваш IDPS.